Доброе утро. Если вы хотите задать вопрос в рубрику «По вашим письмам», то пишите утро@рифей.ру или звоните 2-633-300, оставляйте сообщение для абонента «Утро». Первое письмо посвящено тому, что дети ходят в школу. Причем, если чаще всего эта школа рядом с домом, где-то недалеко, удобно и безопасно таким образом ребенка отправлять. Однако же иногда родителям приходится возить своего ребенка в школу и довольно далеко. Как, например, Ксения нам написала. Мы живем далеко от школы, возим ребенка из другого района. Школа с уклоном, поэтому переходить в другую не хотелось бы. Но бывает, что мы из-за пробок опаздываем в школу примерно пару раз в четверть. Моему ребенку стали говорить, что если он будет постоянно опаздывать, то его выгонят из школы. Имеют ли на это право? На этот вопрос нам помог ответить Павел Миков, уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае. Закон об образовании очень четко предусмотрены условия исключения ребенка из школы. Это, во-первых, достижение возраста 15 лет. Во-вторых, это исключение школы возможно только по согласованию с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав. Третье, причинами исключения школы могут быть совершение преступления ребенка и его отбытие из школы в связи с наказанием в местах, отбытие наказания в местах лишения свободы, либо неоднократное грубое нарушение устава школы. Считать опоздание на урок грубым нарушением устава школы нельзя, поэтому это не более чем угрозы со стороны администрации школы и оснований в случае даже неоднократных опозданий для исключения ребенка из школы нет.